Я считаю, что это все, естественно, политический заказ, потому что мы выходим на прямые выборы, выборы, которые должны состояться 8 сентября. Мне уже год. Тут есть телевидение, Горканал есть. Или вот не НТМ. Есть? Есть! Не НТМ. Ну вот я хочу сказать, не НТМ. Значит, вот целый год пытались навязать какую-то операцию по поимке, там, по попытке дать взятку. Ну а сейчас мне предъявляют претензии, что я не принимаю плохо выполненные дороги и плохо убранные дороги. Вот, я обещал, что я буду с этим бороться, я с этим борюсь. Вот, ну а ко мне пытаются применить попытку как бы просто взять и убрать с поста мэра, если не путем неудовлетворительной оценки два раза, то путем хотя бы вот таких вот операций. Ну, я думаю, что мы разберемся. На всякий случай я взял вещи. А как вы считаете,